раньше, до появления компьютера, в моей жизни моя жизнь была скучной и однообразной. Пусть выглядим мы бестолковыми, в душе все же хакеры мы. Пусть хакеры только в душе, зато основы компьютерной грамотности эти пенсионеры знают на зубок. Чем отличается Google от Яндекса и как избавиться от вирусов, с этими вопросами легко можно обратиться к продвинутым пенсионерам. Месяц буквально назад только закончила компьютерный курс. Очень рада. Какие программы? Как зайти в интернет? Как копировать? Как создать файлы? Skype, социальные сети и другие прелести интернета помогают старшему поколению скрасить будни, найти старых друзей и родственников из других городов. Но этого им уже недостаточно. Вчера, например, мы проводили компьютерный квест. Всерьез, по-взрослому проверялись задания тех, кто окончил курсы компьютерной грамотности для пенсионеров Красноярска. Но компьютерная грамотность – это еще не все. Чтобы одержать победу в конкурсе, нужно проявить творчество и фантазию. Ведь креативность – это также свойство подвижного ума. Они все такие талантливые. Несмотря на объективность, где-то все равно присутствует немножечко элемент пристрастия. Мне очень хочется, чтобы они и жизни вливались, чтобы они могли пользоваться электронными услугами в том числе. И теперь к бабке не ходи, ведь ромашки.ру, компьютерные боги и гугленыши лучше внуков знают, что делать, если компьютер завис. И на это им понадобилось всего лишь 26 часов. Люди, которые к нам приходят заниматься, это люди, которые точно знают, зачем они к нам пришли, и в процессе работы мы обучаем друг друга. Они по окончании подходят и просят: ставьте нас на второй год. Мы готовы заниматься год и два и приходить к вам каждый месяц. Такой вид досуга не только приятен, но и полезен. Если вы чувствуете желание изучить компьютерную грамотность и выиграть ноутбук, планшет или смартфон, то обращайтесь в Советы ветеранов или Центры социального обслуживания.